Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Так, птенчик мой загрустил, я смотрю. Просит, чтобы его покормили. Отлично, все съел. Красавчик, и мы с вами получаем третий уровень. Так, 1000 перьев нам дают. И куда мы их потратим? Я потрачу их, наверное, давай на бомба. Да. Не хватило маленечко, да? Ну, ничего страшного. А сюда, если повысить уровень птенца, с повышением уровня увеличится птичья сила, но птенцу будет нужно больше яблок. Хорошо. Вау. Так, всем увеличил силу, да? На единичку. Теперь нужно будет 25 яблок давать ему, чтобы он был сытым. Так, давайте зайдем в магазин шляпы. Я хочу... А, сундук у нас здесь есть. На, ну-ка. Кликаем. 10 бусинок. Конечно, хотелось бы 600. Прикинь, это было бы вообще круто. Ну, ничего не поделаешь. Так, у нас 500 с вами бусинок есть. И я хочу купить хороший комплект. Да? Давай откроем здесь. Веночек такой. Теперь здесь. А? И вот нашему Терренсу. Отлично, друзья мои. Комплект собран. И у нас рогатка получает 5-й уровень. Изумруд. Еще плюс одна сила всем. Так, и начнем открывать с вами, наверное, вот этот вот комплект. Так, давай вот здесь вот купим. У нас как раз с вами хватит на 2 шапочки. Так, это у нас пляжный, да, набор пошел. Ну что? Так, у нас здесь задание. Подожди-ка, а что у нас в подвигах моргает? Забрать 2000 перьев. Вау, на бомба. Круто. Ничего себе. Отлично, друзья мои. Наполучал себе силы. Это хорошо, на самом деле. Ну что, приступаем к выполнению основных наших миссий. Так говорится, переходим в компанию. Ух, наверное, пройдем сегодня миссии 10. Попытаемся. Так, подарок получен от Неона. Ну, что у нас здесь? Босс, господи, у нас уже босс. Мы практически до него добрались. Ну, давай приступим. Так, сундук. Что у нас в сундучке? Выпадает 160 перьев на Реда. Не так, конечно, много, но все-таки. Так, пройди ежедневное испытание, открой панику короля свиней. Ради бога. Почему мне? Почему бы и нет, да? Выбери заклинание. Ну, раз у нас много вот этих вот пушек, возьмем, пожалуй, одну. Так, здесь много космонавтов, да? Спасибо вам, ребят, за подсказки. Оказывается, когда убиваешь космонавта, здесь срабатывает гравитация. Я этого не знал. Ух, давай рискнем. Опа. Просто отлично. Неплохой заходик, я тебе скажу. Двигаемся дальше. Так, второй эпизодик. А здесь есть золотая свинья. Слушай, тут, наверное... Давай, наверное, возьмем Терренса. Попробуем им пробить. Ну, неплохо, неплохо. Очень даже хорошо, смотри. Ну что я тебе могу сказать? Вторая заходка тоже увенчалась у нас успехом. Поехали дальше. На третьем эпизоде нас тут поджидают ледяные постройки. Мне бы, конечно, весельчаков здесь было бы круто. Ну, раз уж нету, так нету. Ну что, с перелетиком, так сказать. Просто смотри, сейчас будет что. По башке этому достается, нет? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Немножко не то, немножко не то. А если так сделать? Шикарно. Все в щепки. Так, уточку я пока трогать не буду. Нам надо пробить вот этих двух свинок. Я могу сделать это, наверное, с помощью серебряночки. Или не смогу. Получилось, друзья мои. На 5 баллов. Ну что же, переходим на последний эпизод. И здесь у нас... Ага, космонавты плюс зонтик. Я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот. Ох, сейчас будет круто, смотри.
Так, неужели вот здесь вот выживут? Нет, 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 нет. Ну, упади вниз, в яму, пожалуйста, упади. Вот так-то. Да, ребята, мы с вами прошли здесь идеально. Страйк. И птички мои все довольны. Почему-то, кстати, мне не давали весельчаков здесь. Вам не показалось это странным? 25 яблок, а у меня в данный момент только лишь 20. Нам придется с вами очень сильно постараться, чтобы зарабатывать каждый раз эти яблочки. Так, на 55 уровне у нас босс. Поехали. Так, что у нас тут? Ну, возьмем, опять же, пушку с большими головами, да? Ага, вот сейчас дают весельчаков, когда они мне не нужны. Слушай, что же нам тут сделать? Погоди-ка секунду, давай попробуем с тобой, наверное, вот это вот применить. Вау. Замечательно. Ну, классно получилось. Поехали дальше. А вот здесь как раз весельчаки нам и понадобятся. Давай, берем их и пробиваем с вами вот здесь вот подпорочку эту. Вот так вот. Круто, круто все вышло. Шарик тут у нас летает. Так, переходим. Ох ты, уже 5 эпизодов здесь. Ёлки-палки. 5 эпизодов. Слушай, я думаю, что здесь, наверное, будет неплохо Матильда. Ну, попробуем. Ага. Так, вот этого надо маленького поросенка подбить нам. Ну, замечательно. Двигаемся дальше. Это уже 4-й эпизод, а их тут 5. Ну что, Терренс, ты готов, я думаю? Вот так вот просто взять и снести там все к ядрене фени. Конечно, готов, ребят. Ух ты! Какого лешего? Какого лешего вот этот поросендель тут выжил? На! Победа птицы, еще бы не победа. Опачки, а здесь у нас что? Что это такое у нас? Давай-ка, наверное, применим с тобой вот эту вот магию. И что мне это дало? Ровным счетом ничего. Так, попробую-ка я сбить вот этого космонавта. Гравитация, он с фингалом. Ну, все, его раздавило балкой. Ну что, друзья, победушка за нами. Слушай, ну миссии уже длинные пошли. Так, подарок получен. Все этот неон мне отсылает понемножку подарочки. Так, переходим с вами на 54 уровень. Кстати, что у нас здесь такое вот отмечено? Неужели этот фестиваль со шляпами? Или что-то мы с вами заработали? Давай-ка посмотрим. Так, открыть. Я нашел сундук. Когда успел? И выбираем вот это вот. 3 перца мне досталось. Тут интересно... Ага, тут нет рекламы, да? То есть я не могу посмотреть. Выходные суперсерии. Во время событий серии побед состоит из 10 побед и дает повышенные награды. Это хорошо, это я люблю. Так, ну что же, возвращаемся с вами на нашу компанию и будем проходить. Так, Себастьян дает мне, да? Сева, спасибо тебе большое. Ну, а мы переходим с вами на 54 уровень. Разомнем, как говорится, наши крылышки и накостыляем этим свинотным рылом. По-другому их не назвать. Весельчаки и Терренс. Я возьму, наверное, бомба и вот сюда вот брошу его и... Опа! Классно было, да? Классно я придумал. Так, подожди, вот эта свинья. Вот этот выжил. Какого лешего, ребят? Как он умудрился выжить? Я не понял этого, а? Как ты посмел выжить здесь? Поехали дальше. Тут всего 4 эпизода, и это хорошо. Так, настроили тут себе, а? Понимаешь ли, домиков. Ну что, Теннис, я думаю, здесь самое время для тебя. Ты это у нас ломаешь только шорох, вот эти все постройки. Да. Он еще каменный, как бы не может сильно ломать, да? А вот эти вот деревяшки просто напролом. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Ага. Здесь надо вот весельчаков вызывать. Вот так вот. Но этого мало. Этого мало. Если мы с тобой зарядим бомба вот сюда вот.
Да? Попробуем. Так. Давай-давай, балочка, лети. Немножко не то. Не хватило чуть-чуть. Хотя, подожди. Ну, да как ты устояла-то? Господи, я не знаю, как она устояла, ребята. Смотрите. Подожди. Упал. Все-таки он разбился. Ну и что же, последний эпизод у нас здесь с вами. И я думаю... Я думаю, что у нас тут все получится. Терренс нам, конечно же, в помощь. Я его вот так вот отправлю. Бум-бум-бум-бум-бумс. Он все просто снес. Ты подожди-ка, а как вот этот вот малыш тут остался, а? Вот скажи-ка мне, пожалуйста, на милость. Как он выжил? Как же мне его теперь сбить? Серебряночка, ты сможешь? Вряд ли. Не получилось. Блин, почему мы с вами так очень мало летим, а? Ну, сдуть. И сдуть не получилось. Давай уточек запустим. У нас другого варианта просто нету с вами. Может быть, они смогут раздавить. Раздавили все-таки. Отлично, ребят. Все у нас с вами получилось. Ну что же, мы выиграли эту миссию. И, по-моему, сейчас у нас там будет с вами босс. Так что пускай он не радуется, потому что мы к нему идем. Наши птички идут забирать свои яйца. Так, подарок от Севы. 55-я миссия. Так, ну что же, поехали. Ребят, там бы до консервов нам как-то добраться, да? Было бы неплохо. Угу. Что я тебе могу сказать? Бомб. Давай. А, не, погоди. Давай-ка мы, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Подобьем здесь. Опа. Давай, давай, давай. Эх, не получилось маленечко, да? Так, а если весельчаков? Подожди, вот надо как-то нам вниз. Сюда они смогут пролететь? Смогли. Так, и остается еще одна постройка. Ну, с ней будет нам немножко попроще. Вот так, опа. Друзья, пардонче, я не увидел, что здесь у нас находится шарик. Понимаешь? Так, секунду, а что же мне тогда делать? Да куда же ты? Я хотел отмену нажать. Ладно, запуливаем. Слушай, друзья, у меня птичек-то уже практически не осталось. А у нас еще впереди будет босс. Угу. Золотая свинья, это хорошо. Если я сюда занырну. Так, серебряночка, подожди-ка. Мы возьмем, наверное, лучше нашего Терренса. Чтобы тут вот все сломать. Поехали. Отлично, вот тут только вот не получилось чуть-чуть. Ну что ж, давай попробуем Редом. Вот теперь совсем другое дело. Ну что же, теперь идем к боссу. Всего две птички у меня, что ли, осталось? Такого быть не может. Я не верю в это, что у меня всего две птички. Ого. Так, куда босса бросят? Сюда. Хм, а что мне нужно? Как мне сделать-то надо здесь? Если я его собью, предположим. Ну-ка. Он падает. Он падает, с собой давит тут всех. А, мне нужно его вот сюда вот сбросить. Тогда он попадет вот сюда и будет... Жесть, а как мне так сделать? Я не знаю, ребята. Ну? Нифига подобного, да? Какой он толстый, неповоротливый, а этот свин. У меня не вышло ничегошеньки. К сожалению, у меня ничего не получилось. Мне дадут попытку? Бесплатную или нет? Так, играть еще. Давай тратим, ребята, с вами гемы. Ничего с этим не поделаешь. Попробуем. Да какой ты живучий, поросен. Ну-ка. Пытаемся. Все равно, да, не выйдет у меня ничего хорошего из этого. Потому что надо было его сразу нам вниз. Да, ребят, не выйдет. Я его сюда вот сбросить не смог. И, соответственно, он здесь катается, как сыр в масле. Я не могу ничего сделать ему. Урона нанести не получится.
большого. Да, чего бы я тут ни делал, ничего не выйдет. Ладно, придется просто-напросто, ребят, переиграть нам этот уровень. Ничего страшного. Единственное, жалко, конечно, что я потратил гемы. Считай, ну, впустую. Так, усатый барон. А может быть, кстати, дадут. Да, мне дают попытку. И я получу всего лишь одну птичку. Я думаю, не стоит даже заморачиваться. Не стоит заморачиваться, просто лучше переиграть. Мне от одной птички ни холодно, ни жарко. Надо будет просто аккуратнее здесь все это дело разыграть. По-правильному. Так, ну что же, давай приступим. Вот так. Ага. Блин, опять не совсем удачно, ребят. Не совсем удачно. Если я так сделаю. Да ну, серьезно, что ли? Блин. Подожди. Подожди, подожди. Пока ждем, ребят, может быть. Может быть, что-нибудь сломается. Ничего у них не ломается там. Придется помочь им. И потерял, считай, самых хороших птиц, да? Бомба потерял. Реда. Точнее, не потерял, а потратил. Угу. Здесь мы с вами Терренса, да, тогда применяли. А сейчас попробуем без него справиться. Не уверен, конечно, что получится, но попытаемся. Не успел просто-напросто нажать, друзья мои, на удар. О! Сейчас успел. Только не говори, что этот выживет, охламон. Нет, мы его раздавили. Ну, ладно. Бомб вернулся ко мне. Вот это уже хорошо. Так, переходим с вами на босса. В общем, наша суть какова? Сбить его либо сюда. Ну, туда бесполезно, да? Нам нужно его вот сюда вот сбросить. Но это на самом деле очень тяжело. Очень тяжело. Так, попробуем, наверное, вот таким вот образом. Падай, падай, падай вниз. Ага. Теперь что мы можем с тобой замутить? Ломай ты там давай своим весом. Ничего не хочет ломать, посмотри. Под его весом не ломается ни шиша. А если я подсоблю? Ну-ка, попробуем. Бесполезняк какой-то, да? Бомб. Давай, вся надежда на тебя. Во-во-во-во-во-во-во. Почему он не упал? Вот скажи мне, пожалуйста, почему он не упал? А если я вот так вот сделаю? Падай давай вниз. Есть! Да, друзья. Вот так вот надо было это сделать. И у меня вышло. Со второй попытки, правда, но тем не менее все хорошо. Ну что? Бородач, получил свое? Будешь знать, как яйца воровать. Опять тут у нас, да, король полетел. Кто-то говорит, что это принц, кто-то говорит, что это король. Ребят, я не знаю. В Angry Birds Epic там это почему-то принц. Он выглядит принц, потому что последний босс там король. А здесь, ну, пускай будет это король у нас. Так, он перелетает на 60-ю миссию. Ну, естественно, наша цель его догнать. Так, а в данный момент мы на 56-й миссии. Поехали. Так, выберем с вами, наверное, вот опять же пистолет. Да, магический. И приступим. Бомб, давай-ка мы с тобой. Ой, бомб. Ред, подобьем вот здесь вот взрывчатку. Так, 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 так. Падает. Ну давайте, давайте, шмотки, падайте туда. Не, не получается пробить. Делаем тогда большие головы. Большие головы я сделал, только толку-то от этого. Фигня полнейшая получилась. А ну-ка, если это рухнет. Оно почему-то не рухнуло. А если я бомба запульну туда? Откуда мы с вами? Сверху улетим, да? Поехали. Да что ж за непруха-то такая, эй. Ну-ка, Матильда, ты-то хоть. Блин, да бред какой-то получается. Ты посмотри, а. Во. Подбили. С горем пополам у нас здесь вышло все. Так, третья. Хотел сказать миссия. Третий эпизод. Так, нам нужно вот здесь вот, наверное,
подбить, да, вот эту вот подпорочку. Но что-то нам в последнее время с вами не совсем хорошо заходит. Давай-ка сделаем уточек. Ну, да, уточки меня здесь подвели. Терренс, что же нам с тобой сделать? Давай попробуем так вот пробить. Очень круто. Единственное, что у нас остался вот здесь вот космонавт. Ну, я его сейчас подобью. Нормуль. Так, проматываем. И последний эпизодик. Оу. Слушай, ну тут прикольно будет. А ну-ка. Или лучше... Так, а если я сюда? Куда я... Если я сюда запрыгну, куда я вынырну? Не знаю. А если сюда? Ага, понял. Ну, давай тогда начнем вот отсюда. Этот в ведре паршивец вышел. Как у него это получается? Ага, раздавили все-таки. Все-таки мы его раздавили. Так, теперь попробуем, наверное, вот сюда запрыгнуть. Как же быть-то? Нет, лучше тогда вот так вот лететь. На самом деле, да? Ну? Давай. Вот. Шик и блеск. Ты посмотри, что у нас тут вышло. Просто козырно все. Я рад. Так, и мы прошли с вами. На 3 звезды. Так, подарок от Севы опять. И мы переходим на 57-ю миссию. Вперед и с песней. Так, там у нас, кстати, новая карта скоро будет. Угу. Блин, ну дает вот... А, погоди-ка. Поехали. Ага. Отлично. Блин, вот этот выжил. Ну как он умудрился, а? Вот скажи мне, как он умудрился выжить, а? А если я сделаю вот такой вот трюк? Хоп. Блин, я хотел, чтобы вот она отпрыгнула немножко вот отсюда. И вот сюда бы врезались. Как раз было бы самое то. Ну что, тратим бомба. Так, запускаем. Тыдыч. О, елки-палки, тут 4 эпизода будет. Шариков-то сколько, елки-палки. Хм. Что мы можем с тобой сделать? Бомбануть вот сюда. Ломаем. Ёпростая гравитация, все дела. И все это вниз. С копом. Да. Главное все правильно подрасчитать, и тогда 50% успеха у тебя уже в кармане. Смотри-ка, довольные такие сидят. Жалко, у меня нету моих весельчаков здесь, да? Но мы можем и вот так вот с тобой сломать, в принципе. Ох, как несладкое. Да вы издеваетесь, что ли, а? Ну вот смотри, вот хоть какой-нибудь ханорик достанется целеханик, а? На! Переходим на последний эпизод. И здесь у нас каменные постройки. Каменные постройки — это плохо. Терренс, это только тебе, наверное, под силу. А если мы сюда вот так занырнем, попробуем. Ух! Просто снес всех своей тушкой. Да, друзья мои, вы прекрасно понимаете, что победа за нами. Саша Сидоров, Евгений Рокет. А меня здесь даже и в помине нету. Так ты посмотри, сколько тут. 23,5 миллиона он заработал. Как? Я не знаю, каким он образом зарабатывает. Так, еще получили гемчик. У нас, кстати, сколько? 20 очков на опыта. А нужно 50, чтобы получить левел. И... Что, получается 3 уровня. И мы с вами встретимся с боссом. А там уже будет и новая карта. Так, выберем. Давай, наверное, перчик на этот раз возьмем с вами. Золотая свинка — это хорошо. 4 эпизода здесь у нас будет. Так что будем, друзья мои, аккуратненько здесь играть. Вначале возьмем нашего Чака. Он у нас пробивает деревяшки. Да ладно. Смотри-ка, с парашютика он приземлился еще так ровненько. Давай, скатывайся лучше. Нет, он не скатится. Придется его отдельным способом добить. Так, перец. Ребят, активируем перец. Хоть бы вот этого.
Есть, сейчас бомбанет. А те такие довольные сидят, да, думают. Что, серьезно, что ли? Блин. Вот так всегда. Ну что, Матильда? Ай, бесполезняк, да? Бесполезно. Бомб, я думаю, что ты тоже, наверное, да? Не сможешь подбить его, или сможет? Нет, сможет. Но это только лишь первый эпизод был, а у нас только второй, и птичек уже осталось мало. Надо как-то наверстывать это все дело. Ну что, Чак, поехали. Вау-вау-вау-вау, на-ка. Вот это мы тут разруху устроили. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, мы сыграли. Отлично все вышло. Переходим на третий эпизодик. Шарики. Очень много шариков здесь. Это... А как, если я сюда запрыгну, я откуда... Ага, понял. Слушай, ну эти весельчаки здесь, наверное... А хотя... Хотя... Под... Нет. Хотя все вышло. Все вышло, кстати. Я не думал, что весельчаки мне здесь так вот помогут. Давай смотреть дальше. Берем Реда, я его запускаю сюда. Ага, мы вылетим. Блин, нет, в этом случае лучше брать Терренса. Если Терренс сюда запрыгнет, он будет там просто разрушение колоссальное наносить. Так, а теперь интересное самое. Как вот этих вот подбить? А, вот. На-ка. А этот опять, да, как всегда, на своем парашютике. И он думает, что ему повезло, что ли? Нет, парень, тебе не повезло. Сейчас ты узнаешь, почему. Потому что Матильда сбросила на тебя яйцо-бомбу. Ну что я тебе скажу? Отлично, сыграли, очень хорошо. Так, давай смотреть дальше. У нас предпоследний уровень здесь будет на этой карте. И дальше мы с вами перейдем. Так, 69 рублей, я не хочу ничего здесь тратить. Просто передвигаемся с вами вот сюда. И вперед. Вова Данилов, Саша Сидоров и Евгений. Одни и те же никнеймы только просвечиваются, да? Ничего новенького. Ну, давай возьмем на этот раз пистолетик. Какая постройка хитрая. На колесиках все дела, да? А мне бы здесь как раз бы не помешал бы наш Ред. Ну, мне не дают его. Ну-ка. Ага, смотрите, что я могу сделать. Смотри, сейчас будет хитрый ход. Да елки-палки, я немножко по-другому рассчитывал, если честно. Не получилось, к сожалению. Куда ты полетел, эй? Ты прикинь, он полетел, он мне сбил птичку. Хорошо. Ха-ха, надо было так сразу сделать. Не подумал я почему-то. Ладно, Матильда вернулась к нам в карман. А мы с вами продолжаем. Так, надо нам с вами как-то вот так вот, наверное, сделать. Попробуем. Получилось. Отлично. Слушай, весельчаки иногда меня удивляют. Дальше. Так, опять воздушные шарики, да, все дела. А если... здесь, наверное, Терренсом лучше бомбить, скорее всего. Не уверен, конечно, но попытка не пытка. Вау-вау-вау-вау, смотри, все у них рухнуло. Это потому, что туда попала ракета. Они, наверное, пожалели, что просто с нами связались. Ага, здесь у нас очень много ледяных построек. Поэтому, я думаю, большие головы здесь будут очень кстати. Смотри, смотри. Такой с фингалом. Бумс. Ну вы поняли, да, прекрасно, что этот уровень нам тоже поддался. Очков немножко меньше, но главное, что прошли. Переходим на самый последний, где у нас будет кто? Конечно же, у нас будет здесь король. И мы с вами получим консервы. Это, по-моему, консервы орла. В Angry Birds Epic
с помощью вот этой магии я могу уничтожать всех на карте. Мне кажется, что это и будет такая же магия здесь. То есть мы с вами, если ее запускаем, она, наверное, уничтожает всех свиней. Так, ничего себе, тут баррикады мне понастроили. 4 эпизода здесь у нас будет. И начнем с вами, наверное. Ну, поехали. Опа. Давай, 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 давай. Давай, ломайся. Вау. Накренись, накренись. Эх, не вышло маленечко. Ладно, хорошо. Сейчас подсобим. Малька, подуем. Давай, 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 давай. И все к ядрене фене. Разнесли здесь. Переходим на следующий эпизод. Ага, ну тут как-то, тут посерьезнее все. Если я возьму Терренса и вот так вот просто пролечу через вот это все, не получится, да? Ну давай, 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 давай. Так. Блин, друзья мои, не вышло маленько. Или выйдет, подожди-ка. Она он трясется. Ёпрсте. Слушай, прикольно вышло. Вот эта свинка, по-моему, выживет или нет? Нет, она упала. Но здесь у нас еще есть одна. Я только сейчас ее увидел. Давай, молодец. Чак знает свое дело. Так, а что у нас тут? Это у нас третий, да, уже? Предпоследний эпизодик. Здесь я возьму, наверное, бомба. Хотя, кто у нас там еще помимо? Серебрянка. Давай-ка, наверное, я попробую серебряночку. Ага, ага. А эти выжили. Ну, тогда Матильда. Матильда. Попробуем, друзья мои, попробуем. Ёлки-палки, вот это бомкнуло. Ну... Так, этих мы разобрали, а вот этого, к сожалению, не получилось. Как же мне тогда быть с ним? Попробуем, наверное, вот так вот сделать. Да! Вышло у меня все как нужно. Ребята, этот уровень нам тоже подался. Так, переходим на последний. Ага. Хитрецы. Так, и босс куда? Вот сюда, наверное, да? То есть нам нужно здесь сломать, чтобы он упал вниз, и он вылетит отсюда. Или же нам наоборот нужно. Не знаю даже, как это сделать-то. Так, попробуем, наверное, вот здесь вот взорваться. Так, он вылетает. Ага, ага. Камнями тут по нему. Так, теперь я, знаешь, что хочу сделать? По идее, мне бы вот эту вот постройку как-то сбить. Зря серебрянку потратил. Я хотел отказаться, но... Ага. Давай, давай, давай. Не выходит ни шашарики. Блин, друзья мои, по-моему... Да. Сдулся я. Ржет. Так, у меня, по-моему, гемы есть или не хватит у меня? 60, хватает. Так, ну что? Свин. Месть пришла. Вот так вот, в яблочко. Фух. Да-да, будешь знать, как воровать яйца у цыплят. И опять этот повар. Ну, в крайнем случае, он улетит в другую совсем локацию, а мы его будем там достигать, нагонять и наказывать. Так, сейчас мы что? Получаем с вами, ну, от Себастьяна гемчики. И у нас будет новая магия, судя по всему. Ключик черный, кстати. Так. Могучий орел заклинание. Сейчас нас, естественно, обучат этому заклинанию, по крайней мере, дадут бесплатную попытку. Так, ну давай, выберем, конечно, выберем. Хочется посмотреть, что же она делает и как она делает. Так, применить. Но... Ну да, ребята, так и есть. Он просто все сдувает. Неплохо. Так, переходим с вами на следующий эпизодик. Каменные постройки, да?
Но я думаю, что здесь бомб очень неплохо зайдет. Если я даже вот так вот сделаю. Опа. Покатились, покатились. Нет, не надо, не надо за... Ну. Не вышло, к сожалению. Чуть-чуть не получилось. Ладно, Матильда. Ну что ты будешь делать, а? Давай, серебрянка. Вся надежда только на тебя уже. Вот так вот. Так, переходим на третий эпизод. Так, здесь что-то они разбросаны везде. Здесь одна свинья, тут две. Но этого я, например, сдую. А нужно ли мне это делать? Или лучше туда бомба... Сейчас попробуем. Ать! Ать! Поехала, поехала крыша. Давай, давай, давай. А тот выжил. Я его не заметил. Воу, ледяночка. Ну-ка проверим. Лопнет, нет? Нет, ребят, не лопнул. Ну тогда нам здесь поможет бомб. Вот там вот, именно. А вот здесь. А здесь возьмем Чака. Оп. Солидно. Ну что же, переходим на последний эпизод. И разбираемся с этими птичками. Фига у них тут конструкции. Здесь и вот здесь. Давай попробуем уточек запустить. Может быть, разобьют они тут. Блин, какие же эти уточки никчемные. Серьезно тебе говорю. Погоди-ка. У нас есть весельчаки? Есть. Вот так делаем. Да чтоб тебе, ну серьезно что ли? Бомб. Давай, родной. Отлично. Так, Тенс, я надеюсь, ты все-таки снесешь. Должен он просто пролететь и раздавить всех. Все, буквально последним птенцом я здесь всех подбил. Так, подарочек получен. И мы перемещаемся с вами на 62-ю миссию. Конечно, хотелось бы мне дойти до ключа. Может быть, попытаться дойти до ключа нам, а, с вами? Заберем ключик и откроем дополнительную ячейку с дополнительной птичкой. Так, давай-ка, наверное, начнем. Подожди, весельчики есть у меня или нет? Нету, ну мы можем с тобой вот так вот попробовать. Сдуем или нет? Отлично вышло. Без весельчаков разобрались. Ага. Так, космонавт, ничего себе, с двумя ракетами. Там все дела. Здесь, я думаю, нам пригодится бомб. Рискнем. Во-во, лети, лети вниз. Как раз тебе туда и место. А мы с вами сейчас попробуем. Погоди-ка, надо нам как-то вот так вот сделать, хитренько. Ага. Так, покатилось, покатилось. И выжили. Интересно, они пробьют вот эти вот деревяшки или нет? Нет, не пробили, но немножко их колыхнули. Матильда, давай, вылетай. Слушай, у нас с птичками большая проблема. Их у меня практически не осталось, а еще два эпизода впереди. И каждый эпизод хлеще другого. Опять этот, да, космонавт у нас. Если мы пролетим рядом. Блин, фигня получилась. Ой, Редом. Это у нас Торнс. Тернс даже. А если так сделать? Что мне это даст? Посмотрим. Ну-ка. Ага. Немножко не то получилось. Немножко не то. Так, вот эту вот постройку мы с тобой сможем сломать. Так как она была ледяная. У меня всего две птички. Господи. Всего две птички. А свиней тут три штуки. Бомба мне дали, да? Если я его туда запрыгну, как раз должен, по идее, двух сразу уничтожить. Ну-ка, рискнем. Отлично. И последний птенец — это Терренс. И, кстати, ребята, если мы сейчас не заработаем с вами птичку,
то последний эпизод мы не пройдем. И, скорее всего, да, не выйдет ни шиша. Птиц у меня нету, а эпизодик-то последний. Естественно, мне неким играть. Сколько? 60, у меня столько нету. Ребят, переигрывать придется мне этот уровень. Да, сложно пошло, нужно все рассчитывать до мелочей. Так, ну давай возьмем, наверное, с тобой вот это вот. Вот это заклинание, да? Большие головы. Тут у нас, в принципе, в первый раз получилось все очень даже неплохо. Неплохо. И в этот раз то же самое, да? Отлично, поехали. Первый эпизод на ура. Второй. Ага, вот так вот. Ну, я думаю, что, наверное, нам нужно с вами сделать хитрый ход. Попробуем. Ну, катись, 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 давай. Ага. Замечательно. Что же здесь можно сделать? Я не уверен, что мы пробьем, но попытаюсь. Падай, спит он там. А здесь, наверное, вот так вот сделаем. Да, все у нас получилось. Ребят, переходим с вами на третий эпизод. Сколько у нас там птичек-то, кстати, осталось? Покажите, пожалуйста, мне. Терренс, бомб, все дела, да? Я, наверное, вот здесь вот взорву нашего бомба. Вот тут вот. Так. Вот с этим будет немножко сложнее. Если я сделаю, например, большие головы. Давай попробуем. Ого, ого, ого. И остается один свиненыш, который там сидит на шариках. От хитрец. Ну-ка, получится у меня сдуть его? Вышло. Фух, последний эпизод. Последний эпизод. Так, что же мы с тобой сделаем? Если я, например, вот сюда полечу и сброшу бомбочку. Немножко не то. А если я вот здесь вот... Вот тут вот взорву бомба. Ага. Остается вот здесь вот только. Терренс, ты сможешь подбить их? Попробуем. Разбомби к ядрене фени. И, да, вышло. Ну что же, этот уровень мы прошли. Но сложновато было, раз пришлось мне переигрывать. Кстати, он по-другому совсем немножко выглядел. И я здесь на втором месте, в коем-то веке. Попал в тройку лидеров. Давно я там не светился. Ну что же, давай смотреть, что у нас дальше здесь поджидает. 63-й уровень. Какой-то странный. Это, по-моему, усиленный, да, если я не ошибаюсь. Выберем заклинание. Я возьму на всякий случай орла здесь. Ох ты, ох ты, ох ты. Тут у них, смотри, все дела. Так, ну, я думаю, начнем, наверное, с Матильды. Бред какой-то, да, получился. Так, здесь мы весельчаков с вами используем. Шикарно. Вот здесь вот теперь проблемка у нас с вами небольшая. Надеюсь, бомб все исправит. Конечно, исправит. Он просто профи в этом деле. По уничтожению этих свиней. Вот это интересная уже миссия у нас тут. Я думаю... А почему победа? Странно, ребята. Ничего такого не сделал. Прошел только один уровень. И со второго у меня почему-то засчиталась победа. Ладно. Мне-то лучше, как говорится. 64-я миссия. Поехали. Сейчас, ребятушки, посмотрим, что у нас тут будет. Угу. Построили им, так сказать, дом. Ох ты, а это что такое? Не понял. Почему мне только одного дали? Обучение. Так, ну. Коснись экрана, и синяя троица активирует свою способность. В плане. Это же... Ах, вот оно что. Вот. Ничего себе, ребят. Воу. Найс. Слушай, это какой-то, я не знаю,
какое-то кольцо мощности, или как его назвать, даже понятия не имею. Ну давай посмотрим, что у нас будет делать Ред. Просто все тут к ядре не снес. Этим свиньям и так жилось не сладко. Теперь у меня еще есть и супер мощная атака. Это, видимо, на определенных только уровнях такое будет, да? Хорошо, вот здесь вот, конечно, немножко посложнее. Тут очень много всякой ерунды. Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот такой вот ход. Попробуем. А ну-ка. Крышу-то я сломал. Только толку от этого. Оу. Слушай, есть толк. Толк от этого есть. Был, точнее. Так, здесь мы с тобой взорвем, наверное, все. И вон там он, свинюшка еще у нас прячется, видите ли. Вот главное в нее попасть. Ай-яй-яй-яй-яй. Пролетел мой чак мимо. А если мы сделаем весельчаков? Да блин! Ты серьезно, что ли? Ой, Матильда, ты, наверное, вообще не сможешь, да? Трындец просто-напросто. Ну давай, Ред. Я не знаю, что нам еще остается. Ребят, вот это фейл. Нет. Давай лучше возьмем бомбу. Он хотя бы может рядышком взорваться, если что. Надо было сразу его брать и все. Ой, и остается у нас только лишь один Терренс. Терренс, вот как вот нам с тобой быть, а? Вот скажи мне, пожалуйста. Да, фейл галимый, ребята. Слушай, ну вот та свинья, конечно, меня выбесила просто, которая там стояла одиночная. Сейчас попробуем все это дело исправить. Тут, кстати, все по-другому у нас, наверное, будет. Так, ну, первый уровень, по-моему, одинаково похож. Да, я понял, что кликнуть надо. Так. Здесь все у нас рушится. Видимо, так и задумано было. Поехали дальше. Ага. Здесь я возьму, наверное, бомба. Возьму бомбу, вот здесь вот рвану. Так, этот пролетит ведь мимо, да? Мимо. И чак у меня добьет вон того вон Архарвса. Все. Переходим на третий эпизодик. Здесь посмотрим, что у нас. Ну, смотрите, совсем другое уже, да? Совсем по-другому. Не так, как было в первый раз. Так, секунду, чтобы не замутить. Ну, давай так попробуем. Ага, сработал фокус. Теперь берем весельчаков, хотя... Наверное, даже не их. Так, тихо. Мне нужно верхнюю, да, птичку? Ой, птичку-свинку подбить. Поэтому здесь нам серебряночка, наверное, сгодится. Нормуль. Так, и вот теперь у нас последний эпизод. В принципе, ничего сложного нету, наверное. Попробуем с вами вот так вот. А смысл мне, да, я сюда залечу? Нет, ребята, так дело не пойдет. Мы лучше через верх с вами. Нет. Зачем так? Скатись, пожалуйста, скатись. Куда тебе и дорожка? Так, а вот теперь мы с тобой взорвем все. Вот так-то. Совсем другое дело. В общем, эту миссию мы с вами прошли. Сложновато было. Так, и мы переходим с вами на 65-ю миссию. 65-я миссия, поехали. Не будем, как говорится, здесь долго рассусоливать. Возьмем с вами, наверное, я возьму ледянку. Метель. Ага, неплохо вы тут устроились, как раз под моих весельчаков. Ух. А здесь не успели, да, бомбануть? Ладно, как скажете. Ну, давай, Ред, вся надежда на тебя.
Да чтоб вас, а. Хотя, подожди. Что-то домик зашатался, но он стоит. Удержался как-то, я не знаю, каким он образом тут вообще удержался. На добром слове, да? Вот так вот. Выплюнуло. Но тут 4 эпизода, об этом не стоит забывать. Мы с вами только на второй перешли. Вот это вот как-то нужно подбить, чтобы оно все туда покатилось. А как это сделать? Терренсом есть только. Попробуем, наверное, да? Ох. Ты понял? Ничего у нас не вышло. Заморозим тогда. Заморозили. Давай, 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 давай. И все устояло? Они мне еще тут дразнят. Ты посмотри на них, а? Так, 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 давай, 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 давай. Катись отсюда колбаской. Не хочет. Что же такое происходит? Так. Я рискну, ребята. Риск оправдался. Так, ну что, тратим. Сдуваем. Все. Остается у нас... Ага, Матильду вернули. Три птички. Два эпизода еще впереди. Ёлки-то палки, ничего себе, они тут... Ох! Вот это проблема. Я, наверное, вот там взорву. Внизу. Вся конструкция-то рухнет. Ага, бомба мне вернули. Отлично. Так, а вот здесь вот как сделать нам? Наверное, мы пробьем с вами вот тут вот. Это свинья осталась в живых, а? Тан-тан-тан. Слушай, я одним бомбом вряд ли здесь пройду, если честно. Одного бомба здесь будет недостаточно. Ёлки-палки, еще и такие постройки здесь. Ну что, я могу предложить один вариант. Вот здесь вот взорваться. Да ладно, серьезно, что ли? Как вот здесь вот могло выдержать? О, хотя бы Терренса дали. Это уже неплохо. Тогда я сделаю вот так, попробую, ребят. Получится, нет у меня? Ну? Птичку хоть какую-нибудь не дадут? Нет, ребят, не хватило мне разрушения для птички, поэтому мне придется этот уровень переигрывать. Я, конечно, тоже не люблю это дело переигрывать, но а куда деваться? Нет другого варианта. Гемов нету, чтобы можно было бы купить птичек. Так, возьмем мы, наверное, с тобой вот это вот. Большие головы. Начнем, как обычно, с наших весельчаков. Так, ну. Да почему у вас такие постройки хлипкие? Как они выдерживают? Я не понимаю вот этого вот. Уже это на добром слове стоит как-то. Ну. Хоть одна свинья да выживет, а? Ты посмотри. Как нам быть? Давай попробуем так вот. Серебряночка, не подведи меня. Отлично. Так, давай-ка быстренько на второй эпизод. Погоди, как кто выжил-то? Ёпрсете, ребята, я не увидел. Вон, смотрите, маленький там сидит. Я его, честно скажу, не увидел даже. Ёпрсетешечки. Блин. Это только второй эпизод. Ой, мне бы сейчас бы магию какую-нибудь, но у меня ее нету. Если я, например, запущу бомба. Вон туда, вон, в середину. Будет ли от этого толк? Да что же это за бред-то такой получился? Давай-ка головы сделаем большие. Так, смотри, 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 смотри. Ну, давай, давай, давай. Есть. Хотя бы магия мне здесь помогла. Хотя, опять же, ребят, смотрите. Кто у нас там? Там у нас плешивый свин спрятался. Вот как мне его теперь пробить? Вот скажи, пожалуйста. Ну, упал. Молодец. Фу, Чак, ты раздавил его. Ты мне спас, как говорится, птичек моих. Угу. А здесь, скорее всего, нам придется брать Терренса. А ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Получилось. Так, вот этих нужно еще разбить.
Но здесь мне, я думаю, помогут мои весельчаки. Вау. Последний эпизод. Последний эпизод. Сколько у меня птичек, кстати, осталось? Покажите, пожалуйста, весь список. Две. И не самые лучшие, я тебе скажу, птички у меня здесь остались. Попробую пробить. Глупо было, да? Это было глупо, друзья мои. Ну, Матильду вернули, да? Блин, а мне от этой Матильды ни холодно, ни жарко, если честно. Это, конечно, надо попытаться как-то сделать так. Но две свиньи выжило. Опять придется, наверное, смотреть рекламу. Надеюсь, птичку дадут хорошую. Если, конечно, дадут мне еще посмотреть. Так, ребята, мне дали Реда. Ой, не знаю, как мне тут сделать. Как у меня это все выйдет сейчас, без понятия. Ну, есть. Фух. Чудом, просто чудом выиграл. Вы заметили, что уровни пошли уже сложные? Рэй Морсин, я даже в тройку зашел, ты прикинь? Ха, в тройку лидеров. Это круто. Так, у нас какая сейчас, по идее, миссия будет? 66-я, да? Ну что же, давай. Так, мы с вами сундук открыли. И здесь у нас 80 перьев на весельчаков, да? 66-й уровень. Слушайте, ребята, я думаю, что, наверное, на сегодня мы закончим играть, да? В следующей серии мы, наверное, с вами ключик подберем, боссика подобьем. Поиграем маленько. Кстати, вон там второй черный ключ. Свиноград, свинхай. Свинхай. Да, я думаю, что на сегодня достаточно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.